Благодаря стараниям администрации местного самоуправления города Владикавказ, наш город становится краше день ото дня. Для горожан возводятся современные кварталы и здания, строятся спортивные и детские площадки, парковые зоны отдыха, облагораживаются улицы. Сегодня мы открываем участок дороги уголок Калинина. Может быть, это не столь масштабный проект, как кажется, но он очень важен для города, правильно сказали, по генплану города микрорайон получает свое развитие, транспортная инфраструктура должна развиваться, и как раз центр вот этой транспортной развязки как раз непосредственно там, где мы сегодня находимся. Алина, какой тебе? Как же холодно-то?